Ну что, ребят, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить GTA-шку San Andreas Definitive Edition, да, собственно. Прошли мы с вами, прошли чуть-чуть, наверное, да? Вот, и мы пока что в самом-самом начале, но... Я вам говорю, мы пройдем эту игру довольно-таки быстро, надеюсь, по крайней мере, да? И очень интересно, потом, Саш, подобнее, найдем педиков, приятного аппетита кушать, приятного чипитика в питере, псевдо, и приятного просмотра. Кто не видел прошлой серии, ссылочка в описании на плейлист и подсказочка в левом... И правом, левом, правом, блядь, левом верхнем или правом верхнем углах, там, собственно, подсказочка на прошлую серию и, в принципе, на плейлист, да, с прохождением данной игры. Поэтому, при этом просмотр еще раз, а мы, собственно, начинаем. О, привет! С тобой остались мы здесь, собственно, да, и как-то переоделись даже чуть-чуть. Так, что нам нужно, чем хотели выполнить с тобой? Собственно, да? О! Мы хотели... Бля, чё с сенсой-то, ёбан? Как будто бы неудобно, знаешь ли? Чуть-чуть побольше, наверное, оставим. Давай чуть побольше сделаем еще. Так, с тобой. О! Как хорошо. Так, собственно, ладно, let's go сюда. Пройдем дальше. Будем проходить дальше с тобой задание. Ты меня вообще не слушаешь. А ты ведешь это так, будто я что-то там не сейчас с кем хочу. Не зачем тебе сейчас с мексиканкой шмали, осуждаем. О, что, у Скалоба лицемерный гангстер. Будем мне говорить, что хорошо и что плохо. Да угадаем. Осуждаем. А бойфренд из Саутсайда нет? Некоторые вещи просто не должны случаться. Но что если эти будут? Рандес не звучит. Его фамилия не Рандес. Ну тогда, что? И не Лопес, Руси. Осуждаем. У нас... Я не расист, просто я знаю, как они к тебе относятся. Ты посмотри на себя, одевай как... Ну, думаю, да, вы оба знаете, как одеваются. Ты говоришь, как будто ты по себе. Заткнись, Кар. И всего лишь... Чё, бля, как я не спрашиваю за ними просто. Я не собираюсь. И ни слова, Кар. Приведи со своей сестрой, чтобы не дать... Ты узнаешь, что они... Вообще, ни хера не спрашиваю за этими. За этими самыми не успеваю, собственно. За... Украина, мать. И за Украину уходим, мать. Так, ну, let's go, чё. Не успеваю, собственно, за этими самыми. За... Ой, блядь, что с ней? А что с ней? Бля, давно я сюда не заходил, как будто, понимаешь? Бля, ебать, мы древесим давно сегодня заходили, ребят, реально давно. То есть почему? А потому что мы проходили с вами другие игры, да, да, прошли уже, кстати. На канале можешь посмотреть, там и плейлист есть. Far Cry 4 мы с вами проходили, The Walking Dead второй сезон. Tomb Raider, да, проходили, да, собственно, вот. И как бы фокус был чуть смещен. Сейчас будут почаще эти игры, как минимум, да. Эта игра, еще несколько игр будут почаще теперь на канале. Выходить. Ой, бля, сейчас это нелюбимая моя. Сам, такая нелюбимая моя довольно-таки это. Довольно-таки нелюбимая моя, блин, это. Давай сделаем. Вот такое, ебать. А, ебать. А что нам нужно? Нам нужно... Два колес поставим. Блять, скильки нахуй! Похуй. Вот теперь поставим все. Ну, допустим. Собрание лоурайдеров лежать. Что, поехали. А, нам стал гидравлику, может, надо было установить. Ой, бой, слышь, смотри.
Смотри, тут мышкой нужно управлять. Блять. Извини, пожалуйста. Да ладно, не обижайся. Блять, она... Бля, давно сюда не заходил, что-то вообще прям очень давно, слышу. Так. Давай, let's go. Нажимаешь левый shift, вот смотри. Бля, извините, ребята. Эх, что он убежал, блядь. Музыки здесь не будет, потому что авторские права не очень хочется, ребят. Так ты решил, чтобы тебя посел на урайт? Посмотрим. Да давай, ладай. Держите C, чтобы увеличить ставку, ага. Давай, давай, давай. Ох, let's go. Сойдет. Музыку я, наверное, уберу здесь, да, чтобы не было авторских прав на всякий случай. Поэтому мне такое не нужно просто, все. Да, ну ты смотри, тут вообще изи. С самой-то этой. Самой-то этой, с Нандрески обычной, было очень сложно это пройти. А тут смотри, прям довольно-таки легко это все делать. У нас уже 2000 очков с тобой. 2120 очков. То есть это прям вообще очень хорошо. Здесь довольно-таки легко. Довольно-таки легко, реально. Типа, очень довольно-таки легкая миссия. Нормально, мы с тобой забаговались, конечно. Ну, бывало и хуже, но ты справился. Молодец. Давай, давай. Не такие яркие с тобой. О, это было здорово. И я понял, мой брат стал лоурайдером. Красавчик, вроде всего, присмотрит за тобой. Чтобы с кем бы ты не нравилась, чтобы все было окей. Неплохо прыгаешь, братишка. Но ты только что этому кому-то руку пожал. Убери свою лапу, мой старик. Кал, что с тобой? Ты ведешься так, будто она твоя женщина. Она со мной. Остынь нахер, а я не забочусь. Слушай, детка, не горячись. Я только... Чё там? Что, придурок? Это придурок, мой брат. Спокойно, братан, я его знаю, он свой. Я считаю, он совсем не свой, братан. Он считает, что он гангстер, и мне это не нравится. И знаешь, что ты можешь сделать, парень? Вали отсюда нахрен, и тогда можешь на ним дело. Черик, ты чё? Ты, не, ты как бы нарвался, не на того, слушай. Хоть сужа, брат, я с этим разберусь, это для меня важно. Давай, иди, ёпта, гуляй. Хоть знаешь, кто это вообще? Ты знаешь, кто beer, это? Huh? А-а. Ну ты иди, иди, ёпта. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Эй, батя, вы смотри, ему как изменили, да, лицо? Лицо, в принципе, вы поменяли чуть-чуть. Я уважаю ее, она моя на всю жизнь. Вот почему я только что не позволил содрать с тебя кожу. Я тебе не нравлюсь? Без проблем. Нам и не надо быть друзьями. Но Кендалл, она сейчас была со мной. Ладно, думаю, замяли дело. Пока в всяком случае. Цезарь Панда. Карл Джонсон, Си Джей. Сейчас у тебя тачка, братан. Может, еще как-нибудь повторим, а? Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe.
Эй, ёпта, открой! Соточку, да, мы с тобой? Так, ну поехали сразу тогда к Райдеру, да, сгоняем с тобой, собственно. Ну, блин, она довольно-таки легкой стала, непонятно почему. Я говорю, раньше в классике, если проходить, она довольно-таки сложная, реально довольно-таки сложная игрушка-то. Игрушка, что миссия довольно-таки сложная была, то есть даже я ее не с первого раза проходил. Я ее проходил, как, когда помню, ну, когда молод был, я ее проходил по видео-туториалу, помню прям. Вот, а самым первым, когда я зашел ее проходить, то мне проходил, ну, не проходили, да, там... Мне помогали проходить, собственно, и как бы сам когда проходил, проходил по видеоролику, и все. То есть, как бы, очень странная тема, ну ладно. Довольно-таки реально, она довольно-таки легкая стала, как будто, понимаешь? Эй, кто это? Да все, до свидания, ёпта. Так, ну давай, let's go, Райдер пройдем. 12 до 8. Погнали, быстренько сейчас. Ебать, что, блядь? Не понял, нахуй. Что? Кто там, бэйби, а? Кто бэйби? Так, давай сейчас сохранимся. Подтвердить, окей. 4 утра, еще раз сохранимся. Вот так, ребят, нужно время. Тут пролистывать. Блин, 10. Еще раз. Вот теперь нормально, let's go. Теперь let's go. Let's go. К Райдеру, у него пройдем. Дерьмо, ты черт возьми. Чувак, чем ты занимаешься? Подевал что? Сразу... О, осуждаем, осуждаем. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit. Осуждаем, ребят, осуждаем, не поддерживаю. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Look. Oh, it's just the mission. Та самая миссия. This old motherfucker. When the hell is he? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my mission, should be. Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can? Whatever. Семь часов у нас вот примерно, правильно есть? Кого? Сама миссия. Прикольно, прикольно. Не, все равно прикольная игрушка, я говорю. Она прикольна в том плане визуально. Но реально миссию как-то поменяли даже странно. Странненько довольно-таки. Ну, то есть видишь, что это с лоу райдером, она довольно-таки легкая стала, хотя была довольно-таки такой, одна из сложных миссий, одна из довольно-таки сложных. А можно мне вот это вот на заставку чисто? Ой, бля, пиздец. Так, ребятки, сейчас заставочку докинем с тобой. Во, лучше, конечно. Нет, давай вот такую с тобой заставочку сделаем. Чисто с кайфом такая пойдет. На заставочку нам. С тобой, да? Так, сейчас это быстренько вот так делается. Вот так вот. Вот так вот делается. Вот так вот делается. Так вот делается. Все, продолжаем. Так. Подожди, а... Ну ладно.
Подожди, ладно, давай вернем вот эту тему сюда, наверное. Вот так. Так, наверное, будет правильно. Сейчас, секунду. Но вам нужно действовать тихо. Понятное дело. А как? А, вот так. Бросить предмет нужен? Чего? Можно бросить его? Ты прикинь. Можно бросить, прикинь. Подожди. Погнали. Поехали. Блять, картина просто мизерна. Можно бросить предмет. Я помню, что в классике такого нельзя было делать, как я помню, по крайней мере. Карл, да, дом, как у Сиджей дом, как будто бы такая тема. Странная тема. Ну ладно. Это, кстати, имбовая тема, что можно реально все ящики вниз отнести, просто и бегать их забирать, и все, не более того. Тут вроде где-то внизу еще должен быть, по крайней мере, как я помню. Я помню, где-то внизу еще здесь вроде должен быть. Нет. А вон один. И еще один где-то вот здесь в двери, помню. Либо это все. Да, и здесь вот еще есть. И, собственно, все. Можно все относить. Ну, вот это симбовая тема. Не спорь, это просто имба. Это, конечно, имба. Keep it coming, CJ. Что? Дурачок, что ли, совсем? What I tell y'all? You making a killing. Что это? Типа баг или что? Алло, возьми. Конец-то, блядь. Ну, то есть, видишь, можно просто все спустить, вот так носить и все, и тупо. То есть, не так много времени займет. Можно, знаешь, какую тему сделать? Вот такую. Отпустить контрол, он побежит. Он сам берет, ну ладно. Думаешь, смогу рискнуть, не рискнуть? Ну все. Собственно, это все. Еще ящики. Что, блядь? Где? Что, вроде все, нет? Да, вроде все.
Здесь больше нет нигде ящиков. Если наверху у него, то пошли посмотрим у него наверху. Но здесь больше нет ящиков, как я помню. Что дверь не открывается, здесь нет особо. Либо в какой-то из этих дверей, но эти обе не открываются, вроде как я помню. Да нет, здесь больше нет. А, вон есть ящик, сейчас смотри. Ну, вообще все равно смотри, спит сладким сном. Пусть спит. Интересно, интересно, конечно. Получается у нас с тобой, собственно. Я помню, что там вроде один был ящик, ну ладно. Допустим, два. Все, можно вот так. Даже не засчитал шум. Ну все, поехали. Даже свет есть этот крутой этого. Открытый видел? Да, открытые двери и свет даже отпадает, ну впасть. Ну, проработали, сделали фильм. Прикольно, прикольно. Alright, now we straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man. You gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day you gonna wish you hadn't pissed me off. Ты пожалеешь, разумеется. Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. How do you expect me to sell this now? Are you tired of you? Oops, ну вот и все. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Да, проще не бывает. Слушай, Тира, тебе пора понять, что это обсиненная хрень, кореш. Расскажешь. Вы можете заняться... Это не выполняет задание. Понял. Ну, как доп, короче. Я понял, понял. Это как доп, как доп. Обычный, все. Ну... И кого знает. Вроде бы оригинале она была прям там прям. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Что так стоит? Там вроде да, прям вообще там прям малейший, там даже если вот идешь, вот так чуть-чуть прошел, все там слышно вроде так было. Как я по крайней мере помню, что ну как в оригинале по крайней мере было. Так, дай-ка сейчас. Так, мы поехали к Райдеру еще. Пройдем у него у Райдера, думаю. Ой. Ой. Да, странно, конечно, штука не сделали с мышкой, что типа shift левый зажимаешь, управляешь типа, ну, лоурайдом какая-то. Странно, Тима, с этим работает? Ну, погнали, что сгоняем к нему, собственно. Да пройдем уже у него миссии, думаю, и пойдем дальше. Что ты делаешь? Ализатор. Чувак. О, осуждаю. Доброго ты, малыша. Smells good.
Где его доля? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweating. My wife loves this stuff, обожает. Anyway. А, он один поезд должен сделать запланированную остановку в пути. На нем будет, как это вы говорите, кое-что, кое с чем для вас, парни. Тесный бизнес, чувак. Ага. Знаем, знаем, ёпта. Давай, малыш, давай. Карл, постарайся больше не замочить никого из уважаемых офицеров полиции, окей? Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Ну, поехали, что, разберемся с ними. You drive, CJ, seeing as you missed the driver and all. Not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Я устал спорить, чувак. Хорошо, значит, сконцентрируешь на дороге. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker! The road! Now one челик, я вижу, стоит. Yeah, here we go. That's our train, all right. Вот все, вот так решает все это дело. Поехали. Самое простое решение, которое можно было найти. Пошли проверим, сейчас, подожди, только соберу все. Черт, это что? Слышь, подок, мы будем за тобой. Нормально. Мы сами не ящики. Ребятки, ребятки, вы что? Да уж, интересно, интересно. Ну, движок и покраска. Да, ну конечно, они не узнают, понятно. Понятное дело, что они не узнают. Ну, чувак, да ты крут. Да, ты тоже, приятель. Да уж, трэш. Трэш. Хорошо, до скорого. Авторитет. Ну, погнали еще, ну, пройдем. Я думаю, на этом закончим серийку-то, собственно. Обворовое государство. Суждаем, суждаем. Миссия так называется. Эй, Рон! Рон!
Скажи мне, почему я школу не закончил? Это потому что... О, сюда. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's 'cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Go hit get the that way. Out my face. Go man. Hit the like, way. Don't fuck oh, with come that, on, man. Come Buster. Контрольная точка сохранена. Let's go, чё. Слышь, где твой? Эй, Ротта, мы будем идти. Океанские чобы. А! Мой хоми ЛБ, он как клокворк нинджа. Реал депендабл. Он как some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah. Блин, ну, собственно, что сказать. Другой грузик как будто стал. Ну, эта миссия была тоже довольно-таки сложной. Ну, такой, не прям сложной. Легче, чем Лоурайт. Ну, я говорю про классику. Сейчас. Так, чё? Hey, stop where you are! Hey, you want this to get uglier? Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Okay, we in. Move it, Ryder. I watch our backs while you use the forklift to collect the crates. Ящик, понятно, нужно. Дальше. Блин, ну здесь все довольно-таки проще, хочу сказать вам. Там раньше нужно было стрелочками, не стрелочками управлять. Сейчас одну кнопку нажал и все. Okay, homie, let's load this shit up. Бля. Четыре коробки нужно. Ну тут две все осталось. Ну, они сделали как будто попроще, знаешь ли. Как будто они сделали попроще, да, вот все дело.
Вот они сделали попроще эти все миссии, и все. They got more crates outside, CJ. Да, чел. Трэш. Пол хп просто не отняло. И вспомните, ребят, как я сюда заходил. Я сюда заходил в игре этой. It's too many damn weekend soldiers. Серьезно, бля. Да серьезно, ёпта. Ну, допустим, она чуть-чуть так забаговалась, ничего страшного. Блять, райдер, ты еще райдер. Давай не будем, блять. Come on, CJ, we got enough. CJ, get up front, drive us out of here. Давай, райдер, мы райдер, блять. Вообще за нами эта погоня будет, скорее, погоня, да, чешу. Ну как бы ташки пятый прям. Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulders. Nice rhymes, man. Спасибо. Hey, we real heavy. Toss some crates. All right, check it out. Sound the horn. I throw a crate at them. Мне их нужно обгонять грамотно. Whatever you say, fool. You don't know what's going on. And what that mean? I ain't listening to no more of your bullshit. We got the guns. You ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't want no trouble. I keep it real. You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. Yes, как-то заехать. Do, if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Понял. Как отметка странная стоит, метка это очень странная. Чувак, ты говоришь, что ты в деле за братву, но все время только что там плачешь, не плачешь. Или жалость, не жалость, что-то такое он сказал. Раньше они могли ездить с тобой. Интересно. Что, а в чем прыгать сама там же? Здесь, конечно, он залазит. Включено, включено. Ну ладно. Ну, собственно, с тобой на этом закончим, думаю, да? Ребят, за просмотр. Такая серия была интересная. Довольно-таки интересная. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, не преданно. Как не поддержка мне и продвижение канала, спасибо заранее, кто это делает. Реально, очень ценно для меня. Спасибо заранее. Ну все, ребят. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.